Привет, дорогие друзья! И я сейчас снова буду показывать вам карточный трюк. На этот раз я выберу любые три красных карт и любые три черных. Это может сделать зритель. Ну, как так зрителя у меня нету, я сам взял их. Смотрите, у нас есть обычные карты. Три карты. Мы сейчас их возьмем, положим сюда и вот так сейчас будем размешивать. Тут у нас черные карты, да? Будут. Тут красные, естественно. Черная, красная. Черная, красная. Черная, красная. Все, мы размешали. Они сейчас лежат в любом порядке. Но я сейчас сделаю так, то, что они все равно будут вместе. Вот такой вот фокус. Сейчас я вас обучу ему. Этот фокус очень простой, но выглядит он вообще классно. Тогда, когда мы держим вот эти 6 карт, мы красную карту, я даже вам вот так покажу, красную карту вы держите вот так, вот этим пальцем. А черную, вот эту карту, вы ее с другой стороны придерживаете другим каким-нибудь пальцем. И вот что у нас получается. Когда мы вот так берем, мы их вот так берем, вот эти карты. И получится так, что то, что у нас тут есть красные, тут есть черные в красных. И мы не показываем это зрителю. Потом мы говорим, вот смотрите, мы возьмем вот эту там, тут будут черные, а тут будут красные. Вот тут будут красные, то есть. Мы потом вот так размешиваем. И получается у нас такая фишка, то что они снова соединяются. Вот такой вот простой математический фокус. Всем спасибо, то что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.